чтобы ты почувствовал грудь. Нет, вот это положение, смотри, становишься. Вот, смотри. Опа. Попробуй. Вот, подними ручки сейчас. Вот. А теперь еще вперед выйди. Во. Вот, весь. Вот сейчас у тебя что напрягается? Локти. Локти, трицепс. Ну да. Да, вот. А вот насчет спины, видишь, полукруглая спина. Угу. Тебя никуда. А теперь выпрями спину чуть-чуть. О, да? Вот даже чуть-чуть. Вот, да, это да, полукруглая да. спина, она держит тебя правильно. Вот, висят руки, да? Угу. Вот. Теперь без ног, без бедра, но правый прямой. Раз. Вот, встань. Посмотри, что произошло. Ударь, останься. Что с рукой со второй? Посмотри, как тебе. Ушла. Да, а почему? И посмотри, тебя сразу раз здесь. Попробуй, висят у тебя кулаки, теперь медленно сделай. Во, вот ты сейчас, смотри, вот чуть-чуть плечо, опусти, во. Вот ты, видишь, держи. Саш, не видно так, он потом не покажет, иди позади. Смотри, вот твои руки, угу. Да, вот они стоят. Вот пошел кулак, вот прямо плечо пошло, во, вот туда, во. Прямо голова, не, держи руку здесь. Вот ты сейчас ощущение есть, что у нас здесь осталось на месте, видишь? Выпрями колени. Во! Вот он ты, посмотри, какая четкость. Вот резина, она имеет что? Это как лакмусовая бумажка, понимаешь? Она тебе что? Давая вот это усилие назад, напряжение, еще выйди. Вот это, то, что она тебя вперед тянет. У тебя нет возможности ударить неправильно. То есть есть возможность ударить неправильно, сделать движение. Ты будешь чувствовать это движение. Висят руки перед собой, еще вперед поставь руки. Вот чтобы это ощущение было, что у тебя вот кулаки пошли. Пробуй, медленно. Во! Видишь, тебя разворачивает? Еще раз ударь оставь. Вот тебя, видишь, чуть-чуть, да? Некомфортно немножко? Да не, в принципе. Нормально, да? Нормально. Только посмотри. Останови руку. Только смотри. Видишь, ты падаешь, все. Тебя резина потянула назад. Твое удобно, в принципе. У тебя спина поломалась. Ага. У тебя вот вывернул. Еще напряжение. Вперед выйди. Выйди еще вперед, шаг. Вот, шире ноги поставь. Вот. А теперь наноси удар. Во! Висит рука. Выпрями колени. Вот, проверяем тебя. О, никуда не упал, да? Висит рука. Висят руки. Да, дальше чуть-чуть поставь, пожалуйста. Вот. Вот туда, втыкай кулаки. Пошел. Переворачивайся. Вторая рука никуда не должна пойти. Бей. Во. А теперь без паузы. Раз, два, пошли движение. Без паузы. Руки перед собой как были. Вот, не возвращай назад. Вот, вот здесь повесь их. Вот они висят. Вот здесь работай. А, видишь, как тебя сразу начинает ломать, да? Вот, вот таз назад, таз назад, вот туда, во, во, остановись, смотри, вот, сними его, давай, 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 вперед, пошел, пошел, пошел удары, во, во, есть ощущение, не крутится спина, вот туда, во, вот руки, вот тут меняются, вот тут кулаки, быстрее, локоть вниз, вовну, вот видишь, локоть чуть-чуть ушел, да? Ну, тебя вот уже порвало. Вот внутри тебя, резина тебе это и дает. Пошел, пошел. Переворачивай, локти уже. Дальше, дальше плечо вкручивай. Во, молодец. Руку не возвращай. Вот, быстрее, 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 быстрее. Вот, переворот плечевой. Время. Отпусти. Отпусти резину. Поднял кулаки, бей. Ощущение есть? А? Да. Да, руки не идут ближе к телу, а где были вначале. Во, 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 сжимай кулак. Во, во, во. Удобно? Да. Умница. Вот еще раз смотри на меня. Ребят, посмотрите. Вот еще раз говорю. Резина – это лакмусовая бумажка у вас, понимаете? Вот даже вот эти простые удары, да? Посмотрите. Я напряжение побольше тебе специально дал. Вот так тяжело себя удержать. Спинку раз, вот она, группировка боксерская, борцовская, любого, кто стартует. И бегуны так, и пловцы ныряют так. Вот вы стали. Кулак выше встал, тебе уже бить неудобно, она напряжение дает. Тебя не может так рука, тебя ломать начинает. Это лакмусовая бумажка, как в воде вы бьете ударное движение. Локоть поднял, тоже неудобно получается бить. И у вас есть, получается только одно действие.
которое вы, возможно, в этом положении вам комфортно. Какое? Плечо, кулак пошел. Вторая рука, видите, никуда не ушла. Плечо, кулак пошел. И меня не поломало. Чуть выше рука лежит. Опа, я уже не могу плечо ставить. Вот она, ваша группировка. Вот вы туда делаете. Вот они движения. Вставление кулака. Даже вот без ног. А дальше с ногами. Тут вообще, если у вас чуть-чуть раньше пойдет, где-то вас чуть-чуть, вас реально поломает. Все. Резина – это именно лакмусовая бумажка, которая дает вам ощущение положения, наработку, вот эту стойку, группировку, сохранение стойку перед ударом, при ударе и возвратка положения. Вы можете следить за своими руками. Понял, почувствовал действие? Да. Так туда. Молодцы, пользуйтесь. Спасибо.